Тамара! Тамара! Том. Я тебе позвоню вечером, ну пока. Постой, не беги. Послушай, пойдем к нам под крышу, поговорим? Нам не о чем с тобой говорить, пусти, пожалуйста, меня ждут. Ну хорошо, как хочешь, можно и здесь, нет проблем. Слушай, ну хватит тебе дурить. Мне без тебя плохо, но тебе же из меня еще хуже, я знаю. Мне? Мне очень хорошо, очень. Вот поэтому ты и бегаешь за мной. А вот если бы я плакала, звонила тебе по ночам, ты бы ко мне не подошел, в сторону мою не посмотрел. А я, между прочим, уверен, что ты плачешь. Ну, не позвонить тебе хочется. Но ты же ведь актриса, тебе же ведь надо играть, чтобы меня помучить. Что, я не прав? Да чего ты видел? Да так, знаешь, жизненный опыт. А уже не опыт. Ну, хорошо, подожди, подожди. Ну, подожди! Ну, пожалуйста, раз уж ты такая идиотка, пожалуйста, делаю тебе предложение. Какое предложение? Ну, что значит какое? Ты что, издеваешься? Предлагаю тебе выйти за меня замуж. Вот такое предложение. А знаешь, я тоже хочу сделать тебе предложение. Уйди от меня и никогда больше ко мне не подходи. Понял?